Всем привет! Есть такой макрос. Вот он. Вот здесь есть, как он пишется. То есть внутри него текст или макрос располагается. Здесь краткое его описание. Читаем. Вложенные тексты или макросы выполнятся только при парсинге первого документа. Но. Есть одно но. Некоторым людям непонятно, как он работает, исходя из этого описания, которая, в принципе, передает суть работы этого макроса. Давайте разберем на примере. Допустим, у нас в списке документов есть несколько ссылок. И нам, например, нужно при парсинге первого документа запустить макрос WebApp, который выполнит, допустим, авторизацию и передачу кукисов. Поэтому мы размещаем здесь макрос do it at first doc. Вот, в него помещаем макрос WebApp. Вот. И смотрите, что будет происходить. То есть, даже здесь пометочку сделаю. Посмотрим теперь на результат парсинга. Смотрим. Вот идет парсинг первого документа. Что мы здесь видим? Что в него вставляется текст, который был у нас в макросе do it at first doc. При парсинге второго и третьего документа этот текст у нас не появляется, потому что он появляется только при парсинге первого документа. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, теперь все понятно. Но если у вас будут вопросы, задавайте их на форуме.